Да, паранормальные местные жители боятся. Храм, местный храм. Вот ответьте мне на один вопрос. Почему мы верим в призраков? Почему? Я не мы верю. Мы считаем, что где-то там... Почему мы считаем, бабки на столе, и где-то тлеет мой косяк, зеркало убьет меня когда-нибудь, не сейчас? Ну, поняли. В тьме что-то есть. Неужели все это реально существует? Мне кажется, это надо проверить. Привет всем, меня зовут Дима Масленников, я скептик и не верю в паранормальное. Я отправляюсь в самые страшные и мистические места мира, ночую там в абсолютном одиночестве и проводя различные опыты, чтобы доказать, что в страшных замках, психиатрических больницах, домах с полтергейстом нечего бояться. Почти нечего. Ёб твою мать! А сегодня я хочу показать вам, как я провел очередную ночь в заброшенном замке поместье с привидением. Кинель. Франция. Я уже его скримеров не боюсь. Я просто еще не понял, что это я отсюда это отчетно вижу. Ёб твою мать. Встань еще потому что... Что-то рядом. Сука, кто здесь? Лестница вся кривая. Вообще не туда. Пять. Арсению. Ёб твою мать. Ребята, это просто труп. Начали нахуй. Просто маленький французский город, в котором, по легендам, живет страшная история. Усадьба замок рода Кинель. Фосмор, конечно. Ужас на людей уже много сотен лет. Страшный, холодный, лютый замок, по легендам и по рассказам местных жителей и сталкеров, стал настоящим пристанищем для призраков и излюбленным местом сатанистов. Чуть позже вы поймете, о чем я говорю. Замок был возведен в 13 веке и реально повидал много смертей и боли. Но самое странное, что история паранормального здесь началась не из самого здания, а с внутреннего парка, окруженного высокими стенами. И этот парк в народе прозвали Ведьмин лес. Ебать! Сначала оттуда доносились какие-то непонятные звуки. Прислуга, живущая в замке, категорически отказывалась и боялась ходить в лес после захода солнца. Как бы это странно ни звучало, люди чувствовали там присутствие кого-то или чего-то. Людям ничего не оставалось, как обратиться за помощью в местный храм. Но священники были бессильны. Немножко странно, что такое, знаете, паранормальное по легендам место находится прямо напротив храма. Вот храм, а вот ворота в ад. Ебать! Однако есть одно «но», которое заставляет поверить в эти старые легенды. Во время Второй мировой войны часть Франции была оккупирована немцами, и этот замок был разграблен и заброшен до конца 20-го года. Да я не ем, Захар! Из-за высоких стен и изолированности внутреннего парка это место стало излюбленным у сатанистов и местных фанатиков, которые проводили там обряд. Так, сейчас замьютуюсь, ребят, надолго. Но я здесь. Но несмотря на все это, в 90-х годах замок Кинель был куплен неизвестным французским адвокатом. Он, в принципе, решил взяться за дом и восстановить его. Начал укреплять фундамент, стены, но... Неожиданно семья адвоката покидает этот дом и не возвращается в него никогда. Местные жители утверждают, что члены семьи французского адвоката столкнулись с чем-то паранормальным. И у меня в такой ситуации возникает вопрос, что могло заставить людей бросить дом
замок, за который они выложили круглую сумму. Что их могло так напугать? Я решил это выяснить. И, в принципе, план был весьма простой. Так, сейчас я посмотрю, что тут с воротами. Так, здесь замок. Здесь я точно не пролезу. Вон основное здание виднеется. Так, вот. Это, получается, стена как раз усадьбы. Сейчас с другой стороны ее объеду. Главное, чтобы никто не видел этого. О! Ребят, там видно дырку прямо в заборе. По крайней мере, ее не надо будет перелезать. Оставалось дождаться темноты и провести там ночь. Секунду подумал, что это реальная женщина. Просто посмотреть, как это в реальности смотрится. Сердце херачит. Сейчас, иди, как говорится, покажи нам свое лицо, киса. Официально одна из самых страшных вещей, которые я видел на заброшке. Пачка, нормально. Потихонечку. Там видно какую-то постройку небольшую. Давайте там посмотришь. Ух. Что это за подвальчик? Фингер, ну а это долгое, да, видео? Ух, ебать! Это, знаете, очень похоже на какую-то яму, куда... Трупов, да, кидают? Место пиздец, конечно. Просто посмотрите на эту мразь. Ебать! У меня же на голове это все может. Так, считайте аккуратненько. Пойдем отсюда нахер. Мразь, как же ты меня напугала, блядь. Ебать! Летучая мышь? Жесткое место. Летучая мышь часто пугает больше всех, мне кажется. Весь паутинник, блядь, этой. Ты в танцах, малыш. Сенька, привет, спасибо огромное. Смешно, привет. Чё это за мразь такая?
Ебать, тут тролли какие-то понавешали всякой хуйни. Я просто еще не понял, что это я отсюда это отчетливо вижу, блядь. Ёбаную мать. Ебать, какие-то челы наприкалывались. Ее бы уже не было, это был бы пиздец. Ребята, это просто труп. На дереве? Ёбаную мать. Полный пиздец, кто-то здесь жестко поприкалывался. Матерь божья, это просто пиздец. Это просто пиздец. Это пизда. Блять, надо, короче, чтобы у него еще пульсометр показывался на экране, было бы заебись. Или такое уже было у него? Нахуй ты к этому подходишь, фу, блять. Ребята, блядь, это реально сейчас не описать сами, это просто пиздец. Просто стоит крест, стоит, блядь, висит труп. Я бы так не смог, ты там, чё? Блядь, лежит баба, как с головой козла. Какая-то темница, ёбаная мать, блядь. Ягелька? Мразь, он... Блядь, оно еще так движется. Ёбаный рот, блядь. Фу, сука, 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 давай пойдем отсюда нахер. Ебать бы у меня там сердце остановилось, наверное. Закладку во Франции ищет, блять. О, сука. Лес, кстати, очень похож, знаете, на японский лес убийц вот этот. Жуткое ощущение, конечно. Неприятно, жутко. Чебрик, я выебываюсь больше, чем не верю в привидения. Я всего боюсь. Ёбаный в рот, блядь. Жесткий звук. Малфик малышку боялся, да. Я Килька. Так, что у нас на Ютубе, пойду посмотрю. С видосиком. Повальный деревья. Реально стрёмно. С влогом. Ебаться, блядь. Это чё за... было? Это чё было, проебал? Ага. Стрёмный лес. Лес. Yes. Ну хуй знает, что это. Я слышал такой звук раньше. После этого людей убивали. Если это птица, я, конечно, на поверь насмотрелся много. Но что вот так хочу спать, блин. Так, да, это пизда. Ебать, да чё за... Это реально полный пиздец. Чисто аттракцион, да? Одинокий голубь сидит на... жердочке. Сука, очень страшное место. Отвратительное место. Так, я дошел до здания. Господи, в каком плохом состоянии тут. Лёш, приветики, спасибо. Сейчас, ребята. Ух ты. Что там такое? О, слушайте.
Так это не здание прислуги, это гараж. Вот здесь раньше стоял. Володь, привет. Классная тачка. Володь, ну добавлю музыки, надо добавить. Так, вон там видно. Есть что добавить. Несколько зданий. Ну, немного. Постройки. С чердаком. Ух ты. А что это за траншей такой? Ёб твою мать. Ёб твою мать. Ну что это ветки так падают? Вот деревья реально сухие, смотрите. Фух. Я понял, что это такое. Это внутренний прутик. Тут был собственный прут вот в этой траншее. Вот, видите, траншея идет вокруг вот этого здания. Нихуя себе. Этого прутика было вот такое сооружение. Листья заебали. Как кушетка стрёмно смотрится. Так, с этим внутрь. Смотрите, вот этот прикол нормальный. Макс Брандт, я для тебя нашел сувенир на заброшке. Нахуй таких людей упоминать. Тут конюшня была раньше. Стоило для лошадей. Не помню, короче. Всякий хлам. Блять. Как неожиданно на тебя вышли, подруженька моя. Вообще, знаете, такой зеленого цвета. Где аниме? Не сегодня, кипиздрома. В общем. Когда аниме, не знаю. Вокруг никого интереса не представляет абсолютно. Является какой-то непонятной свалкой. Вещей, кому не нужно. Чё, блять? Чё он увидел, я не... Скрипово смотрится. Рука, блять. Как же они забузили здесь всякую хуйню. Пальцы. Лопать мега эпично, если она бы меня схватила. Просто рука. Досит завтра. К сожалению, без продолжения какого-то. Давайте посмотрим, что посередине прута находится. Воу. Не похоже, что это прут. Есть дырка, ребята. Смотрите-ка. Посмотрите, насколько давно вот эта часть здания была заброшена, что прямо перед главным входом выросло вот такое дерево. Да уж. Перчатки надень, блядь. Все в паутине. Ебать. Вот тут можно было монашку снимать. Часовня. Первый раз такое вижу. Получается, где-то вот до такого уровня. Топкинский, это что такое? Вот до такого уровня здесь стояла вода. В свое время. Прикольно. Прикольно, не видел я еще такого, чтобы посередине прутика была действующая часовня. Так. Хочу сейчас внутри провести эксперимент в темноте. Отрублю все источники света. Поставлю датчики, реагирующие на движение. Термогигрометр, который реагирует на смену температур. И поставлю вопрос. Блять, ну и что, что пыль летит? Это синьор? Я кинкер?
Изи. Да, это было жестко, конечно. Это доказательство того, что существует привидение. Это Синю? Просто отвратительное чувство. Я вот как его ощущал в лесу, так до сих пор ощущаю, как будто, блядь, сзади кто-то стоит постоянно. Пыль летит только в сторону Димы. Охуеть. Колда новая, мне не нравится колда. Я ж такое ощущение, как будто сзади постоянно кто-то стоит. Вот лицо, смотрите. Твою мать, блядь, свет дайте! Вот это, конечно, странно, что тухнет нахуй. Ладно, оставим термогерометр и датчик движения здесь, я сам пойдем. Замок. Это проход к основному зданию. Придется все обходить, получается, вообще с другой стороны. Мне в лес придется вернуться сейчас. Выхожу на какую-то полянку. Влог в этом замке, ага, блять. Какой стрёмный дом. Здесь кто-нибудь... Квачек Валькуна? Ягелька? Фетасиня? Фетучини? Санта, Санта 100% есть. По пылинкам можно проверить. Боже мой. Ребята, представьте, я здесь сейчас нахожусь. Так. Представил. Смотрите, плющом, как все поросло. О, люто, лютое здание. В такие моменты я, с одной стороны, радуюсь, потому что получится невероятно крутой материал. С другой стороны, мне... С другой стороны, может нафидить. Ты, у меня руки-то... В что завтра поиграть, интересно, пацаны? Игру какую-нибудь хочу. Не, масштаб бы не хотел. Ну, если честно. Сходка на следующей неделе. Питерская. Питерская. Питерцы. Конечно, в девяткино, где еще, блядь? Манки Брю. Последний хозяин. Расход, ну не, ну 18+. Буквально несколько десятилетий назад. Я сегодня пост напишу, в конфу добавлю всех, кто хочет. Из того, что будет полтергейст. Знаете, как в такие моменты хочется просто взять и забить нахер. На все и поехать спать. Какого числа, не знаю, на следующей неделе. Очень красиво внутри. Ебать, там опять рука. Очень красиво. Очень много вещей. На следующей неделе в... Пиздец, из гроба. На следующей неделе в будние дни. В начале. Анют, приветики. Но здесь кто-то неплохо поработал над интерьером, чтобы всяких ложков пугать, типа меня. Летом переезжаю жить на девятый, нормально соседи, ебать, да, охуенные. Да? Куда ж? Это стрёмно выглядит. Круто, они круто сделали, реально. Вот возвращай, чтобы другие пугались, что ты делаешь, блядь? Он руинит нахуй. Это настоящий замок с привидениями, потому что он уже существует более 700 лет, ребята, 700.
Ебать. Это пушка? А, нет, хер там. Стрёмно, конечно. Асап. Мячик. Может, ты хочешь поиграть? Ебать, давай, давай. Вот это интересно. Давай, кидай на. Кидай, кидай. Идеально улетел. Идеально улетел. Возвращайся. Возвращайся. Все очень портится, конечно, мусор, лежащий вокруг. Все похоже больше на свалку. Кстати, тут огромное количество вещей, которые не свойственны тому времени. Допустим, электробатарея. Сцена без клеек и... Мячик покатится. Шитель. Журнал свежий. Более-менее. Вот я сейчас включу. Видите, даже не выцвели странички. Мне кажется, это сталкеры принесли местные. Собаки, тихо. А, та же самая книжка «Ху из ху». 97-го года. Более-менее свежее произведение. Что еще тут есть? Что еще тут есть? Как он оттуда мог выкатиться? Там же нихуя нет. Как оттуда мог выкатиться мячик? Так быстро. Что еще тут есть? Ебать. Как это объяснить можно? Там склейка была? Более-менее свежее произведение. Что еще тут есть? А где склейка? Крик женщин, то чувак, да. Это чё? Беги, дурень. Асап. Отодвигай, блядь. Блядь, ну там ничего нет, как он так мог вылететь? Чё за хуйня была? Да и чё, что чугун, я, блядь, парень сильный, мне похуй. Как это могло быть, блядь? Чё ещё тут есть? Чё ещё тут есть? Чё ещё тут есть? О, ё... Полнейший, конечно, пиздос. Сверху дупло в печке, я видел его тоже. Ты думаешь, кто-то скинул? Фу, ёбаный в рот, блядь. Что?
что сзади меня сейчас стоял человек. Хуя себе, что за ощущение такое? Какая-то хуйня. По-моему, этот мяч был ближе гораздо, нет? Годин, хорошо. Как ты, мразь, оттуда вылез? Сука! Сука! А, это жестко. Сейчас проводим эксперимент с диктофоном и тепловизором. Я Килькё. 5 Асиньо. Привет, Нюш. Тень, да? Давай, скример, сука, я готов. Прям вгибало мне. Заметили? Так, сейчас приду, ребята, ФК, минуту. Я не знаю, видно это было сейчас на видео или нет, но как только я сказал «дайте знак» по-французски, свет начал бы мигать. Это что за пиздец на... Это что за... А? Блять, я первый раз такое вижу, нахуй. Алло. Че там, Квачи Квалькуна было какое-то или че? Алло, блять. Какого хера она не записалась? Я Килькё? Отмотай, да пох. Фет Асиньо. Голоса не было на записи, ну бывает, ебать, это баги. Почему ты, мразь, не моргаешь сейчас? Какого хера ты сейчас не моргаешь? Фет Асиньо. Сынчик, привет, родной. Сука, она не моргает. Фет Асиньо. Мразь, не моргаешь сейчас. Какого хера ты сейчас не моргаешь? Фет Асиньо.
Ну-ка, еще раз, нахуй. Не одному это сейчас кажется, или вместе с моим голосом был сейчас еще один? Какого хера ты сейчас не моргаешь? Фед Асиньо. Какого хера ты сейчас не моргаешь? Фед Асиньо. Фед Асиньо. Фед Асиньо. Фед Асиньо. Фед Асиньо. Фед Асиньо. Какого хера ты сейчас не моргаешь? Что-то я не задетектил ничего такого. Фед Асиньо. Кто-то понимает, о чем речь? Какого хера ты сейчас не моргаешь? Фед Асиньо. Я боюсь отсматривать материал, вы понимаете это или нет? Что-то, ну да, мне тоже показалось, что он просто типа задул в микро или плюнул, блядь. Камера пишет. Нужны наушники за 13к, я чутка слушаю другой голос. Нихуя себе, блядь. Дерзко. Мэйтсет, привет. Даже комментировать ничего не хочется, если честно. Постоянное ощущение того, что... Что-то рядом. Так, здоровый камин. Какие-то старинные мольберты. Фед Асиньо, извиняюсь. Вещей для подобного дома. Может быть, другой голос был еще. Я не знаю французский, я знаю всего несколько слов. Но одно слово, которое знаю, это слово «морт», которое означает... Смерть. Читаемо, блядь. Ребята, вы, может, не поняли, но... Вот это коса. Вы знаете, такие странные совпадения. Я только что читаю слово «смерть». Буквально через несколько секунд вижу, что на лестнице стоит коса. Это Инноценте. Чикс, нахуй, оборот. Самые быстрые обороты на 180 градусов. Дима Масленников. Лестница очень красивая. Е-е-е-е, хули так быстро, нижнее подчеркивание, а? Спасибо огромное, Володь, блин. 19 месяц, достойно лайка, достойно лайка. Спасибо огромное, блин. Малфик, бесконечный. Сейчас ноги будут. Ну, один день. Укорекать. Спасибо огромное, Володь. Достойно лайка. Скептик, как мое скептик. Видео на ютубе. Че ж так боишься? Коса реально пиздата, я бы забрался с собой. Страшно. В любом случае, я не верю. Потому что я, наверное, не сталкивался, я придерживаюсь рационального подхода, но когда такое происходит, все супер нагнетающая атмосфера тут. Квики, ну, хрома. Этому воздействию начинаешь что-то слышать, начинаешь видеть. Ну, бля, как вот это совпадение описать, когда ты спрашиваешь, дайте знак, и у тебя свет начинает моргать. Скучаешь по Хизе? Ну, сложно сказать, типа, сейчас нет. Сложно сформулировать, типа, Хизе, ну, именно по тем ощущениям, когда я тогда от Хизе получал, да. Спасибо огромное, Санек. Ой, извиняюсь. Квачи Квалькуна.
за стул. Ебать. Все будет длинный коридор. Ягелька? Святосиня? Святого источника, пожалуй, выпью на всякий случай, чтобы демонов меньше было. Поняли мем, типа я сам демон? Надеюсь, поняли. Чувствую, как подо мной даже прогинается пол. Позволил себе воду элитарную, согласен. Через несколько лет стены продавливаются под тяжестью. Сань, на следующей неделе флекс... Смотри, какая красота. В Monkey Brew. Вот это все история. Красиво. История, которая просто погибает. Только уже какие-то долбоебы написали что-то. Мэбирюк, хрюк. А, это ж я, блядь, че смешного-то нахуй. Среди тут цветочки принес, положил. Батюшки. Вот это интересно уже. Может, здесь кто-то обряд проводил? Блядь, свастика. Это синя? О, новый аддон, да? Ура! Охуенно. Тетрадку, да, давно досмотрели. Громко. Знаете, сейчас звук там, звук 1000%, и вот в стиле вот этих, блядь, песен, которые случайно открываешь, они бас-бусты дикие, блядь, на минус уши. Было бы прикольно. В стиле обладает, естественно. Сука! Что это упало? Фет Асиня? Нэми, приветики. Локальный мем собладает, ты шутишь? Он уже форсится месяц. Я объясню, что за локальный мем в стиле обладает. Чел, короче, скидывал видео, говорит, типа, посмотри, Кейсер записал клип в стиле обладает. Я запустил, там полнейшая хуйня была, и мы теперь ко всему добавляем в стиле обладает. Все просто. Привет, игры сегодня будут? А какие, допустим? Уже, наверное, нет. Я больше чёлный болцук. Питейное заведение в СПБ, я не особо разбираюсь. Рекмис, приветики. Что за хуйня, блядь, творится? Да, да, я не уточнил, что он час эту ссылку ебаную спамил. А? Чё за пи***ц? А что произошло, я проебал? Блядь, здесь точно что-то есть. Я просто... Невероятно. Я не понимаю, что происходит. Каждый, сука, раз. Либо объясняет, что есть. Че, блин, произошло? Горбишь-то? Я решил провести эксперимент по типу вступления в контакт с помощью свечи. Свечку законтачиться. Абсолютно особенную. Это та самая свечка, которую я украл из замка Гоуска.
Свет в его комнате погас, и он от этого прихуел в стиле обладает, понял. Я Кирке. Фет Асинья. Фет Асинья. Но свет по таймингу выключается круто. Левайс, приветики. Ку Версаки 23. А жопу поставить не готов, да? Не знаю, как вот так совпадает, что после вопросов постоянно что-то... Что-то творится, и я сейчас в абсолютной темноте здесь. Физкулите. Кустас. Здорово, пацаны. Ну да, что-то типа вот это... Ну, хуй знает, лампочка гаснет. Ну, maybe что-то с фонариком все же не так. Что я знаю, это же... Арчи, ну Артём, наверное. Коротко, лесенка на третий этаж. Нахуя он Тим Хоплес? Я там один остался. Слушай, всё развалено, и какая-то вот очень невызывающая... Сань, ты всё установил, нет? Тем более его пытались ремонтировать. Странный писк. Возможно, это самая крыса, которая толкнула мячик БТВ. Что это, блядь, за звук был сейчас? Версаки, ты мы забыла поставить там. Когда мы в клубе Чикса танцуем. Извини, что поправляю. Это вот она, дверка здесь. Открывается, сука. Там будет что-то криповое, имхо. Ебать. Понимаете, сама концепция того, что во Франции в замках вот такие комнаты делали потайные, это уже страшно. Ага, не пришла. А когда придет? Выпуск сейчас закончится. Опять писк. Ну а что в этом писке странного? Типа, дефолтная крыса, блядь. А? Но он издевается, типа, это там летучие мыши, обычные мыши. Это древний замок ебучий. В нем что только быть, ну, типа, блядь, всякая живность-то наверняка есть. Машунь, а может быть ничего, не знаю. Ты что-то хотел бы посмотреть? Да, Ритон, ты один из первых был. Это гроб? Ну, типа, этот саркофаг. Ставим здесь камеру. Камеру и звук, чтобы если опять вот этот писк какой-то произойдет, мы его зафиксировали. Ох, если честно говоря, какая-то детская комната. Я голодный, на самом деле, очень не покушал ничего перед стримом. В принципе, мне оставалось только исследовать третий аварийный этаж с помощью машинки. Да, здесь ничего интересного вообще нет, конечно. Как стрёмно выглядит качалка. Это просто, просто жесть. Расставить камеры. Так, камера пишет. Да, машинка как Ribbon Six. Это жуткая картинка, конечно. И лечь спать прямо в этом замке. Вот ебанат. Понимаете, он ложится, сука, на матрас, который, ну не знаю, 200 лет здесь лежит. Он может быть, ну реально пропитан всякой такой хуйнёй, блядь. Что думаете, ребят? Пылевыми клопами, все вот этой хуйней. Прям нас... Я реально прям нас во стон лег, нахуй. Мы...
Я бы Убер Блэк вызвал бы и съебался бы оттуда в этот же миг. Ебать, вот это кадр. Вот это, блядь, кадр. Интересно, конечно, все это. Я просто сейчас себя ловлю на мысли, что я не представляю, как вам описать те эмоции, которые я испытал в ту ночь. Я искренне никому не советую испытывать чего-то подобного. Ладно, потому договорились. Я, взрослый мужик, поймал реальную панику. Настолько страшно. Это не просто паника. Сейчас просто паника. Я действительно стал свидетелем чего-то необычного. И в данном случае я искренне не понимаю, что это. Проявление чего-то паранормального. Как бы это сказочно не звучало. Либо это просто стечение обстоятельств и полнейшее совпадение. Но согласитесь, совпадений очень много. Ребят, мы постараемся максимально... Музыка пошла. ...рациональное объяснение всем тем явлениям, которые вы сейчас увидели. Вы это сможете посмотреть в аналитике, которая выйдет в ближайшее время. Чтобы ее не пропустить, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик, поставьте лайк этому видео и напишите любой комментарий. Возможно, вы заметили то, чего я не заметил. И это самое ценное. А сейчас я хочу сделать то, что мечтал сделать уже очень давно. В контру поиграть? Уже очень давно. Это звук, блядь, лаунчера контры. Или Half-Life'а. Испоганить, сука, этот фасад. Молодец. Ребят, если вы где-то увидите подобный значок, значит, на этой заброшке я уже побывал. Нормально, бля. Ну, хороший выпуск, БТВ, интересный. Моменты были жесткие. Так, а какая у меня страна стоит Россия? Тренды.